Здравствуйте, город. Продолжение 10-й больницы, бывшей железнодорожной. Сейчас вы услышите, как сантехник подтвердил в том, что бахилы, маски, все они там продают. Есть распоряжение. Горсовета, уважаемый Вилку, подписал. При входе в учреждение, организации, выдавать все необходимое. Плоть, руки мыть от COVID-19. Они этим всем торгуют. Вот чем они торгуют. Вот этим вот они торгуют. Семенев вспомнил. Вот чем вы торгуете. Это маски. Это все ваше. Это вы даже упаковками там продаете. Тут есть стрик-коды, тут есть все. Это продолжение. Очень много будет. О чем? Так что, Семенев, будем встречаться в судах. Ты ж подумай о том, что есть уголовные, есть гражданские иски. То, что ты думаешь, что ты там прикроешь через мусоров, через судей, прокуроров. Та нет. Цивильный, гражданский в переводе. Хоч выбирай, цивильный или гражданский. Так вот, вот это на всех я буду подавать гражданские. Готовьте деньги для адвокатов. И мы будем встречаться в судах. И это будет очень долго. Может быть и годами. Тогда мы повеселимся. Понял? Семенев Владимир Николаевич, село Шевченко, дом, улица, все мы это знаем. Смотрим. Добрый день, девочки. Как бы мне главврача, главврача, зав. Отделения терапии. Вы нас только раннего первого зашли. У нас приемный покой. Четвертый, кувырки, вот это все вынесли. Лена, надо вам бахилы надевать, у вас. Не надо мне бахилы, потому что вы без бахил. Я вот полемтирую, разбрать вам кошки. А что? Если я так буду балакать, вы не будете со мной общаться. А девочки, а что вы не хотите общаться с пациентами, с больными людьми? У нас мужчина, приемный покой. А. У нас приемный покой. Мы принимаем людей. Проходите, да. Все, почули, да? Как себя не видно. Да. Тоже никто ничего не чует, никто ничего не бачит. Мне надо отделение, мне надо. Отделение какого? Терапии. Приемного терапия, покоя. Она в отпуске. Зав. Отделение в отпуске. А кто? А врач, лечащий врач. Ну, лечащий врач, как кто у вас лечащий врач? Не у нас. В отпуске кто такая? Краснова? Краснова в поликлинике. Она тоже в отпуске. У нас терапевт зав. Отделения в отпуске. Ирина Васильевна. Она сейчас в отпуске. Ирина Васильевна. Кто ее замещает? Не скажу вам. Побудьте, я узнаю, кто замещает. Да. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Все. А по какому вопросу, скажите, пожалуйста. А я все объясню. Ну, как мне доктору Шияк сказать, что писать? Скажите, пришел Касьяник, Юрий Ефимович. Касьяник? Да. Как будто бы эта больница сказала, чтобы никого больных туда в поликлинике, с поликлиники не ложили, на стационар. Это на протяжении года. Так это не было. Не сюда, не к заводилению. Да я в курсе, я хотел у него узнать, есть места или нет места. Это не сюда. Главное, что они знают, что надо бахилы купить. У них бахилы, они торгуют бахилами. Правильно? Конечно. Да. Правильно. Нет. А скажите, а кто их продает? Вам надо? Да, хочу купить. Уже бачу, что суд повестка пришла.
А кто вызывает? Вызывает меня за бахилы. Бачите? Это за 1000. Тоже бахилы продавали. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Бахилы. Вот, повестка. Вот, подивите, бачите, повестка. Они кричат, у нас война. У них война. Они воюют на передовой. Вместе с моими детьми. Реймар. 10-й больница. Все, вы все увидели. Почему у них такие полы? Да, девушка, вы заметили, да? Вот я что и говорю. Они даже это не могут сделать. Что говорить о чем-то? Я вам расскажу случай. Заходит медсестра и кинула 2 ампулы здесь, не в работе, себе в паху. А я увидел. Представляете? Капельницу. Должны были сделать капельницу. Что за тест? А вы тест? А вы? А что я? Это вы вместе? Я жду, пока сейчас придут мне. Вы здесь не ждут. Проходите дальше. А что? Вы громко разговариваете, вы мешаете медсестре принимать. Нет, вы сейчас мне мешаете. Вы препятствуете моей профессиональной деятельности. Чего это я препятствую? Ну что? До 3 лет. Мужчина. Я не мужчина. Хоть и 10 лет. Я не мужчина. Это приемный покой. Сейчас сюда опергруппа подъезжает. Пожалуйста. И сейчас вы будете давать им объяснение. Хоть 3. За бахилы. И все остальное. Я вам ничего. А что вы без бахил? Скажите, пожалуйста. Я в тапках. Смены обуви. А что, тогда если смена обуви, значит бахилы не нужны? Ну да, они нужны. Хорошо. Вы же заходите в помещение. А кто вас уполномочил? Меня никто, я вам что-нибудь говорила за бахилы, за что-то. Ну вот ваша коллега говорила. За вы идете в отделение. Здесь все есть. Тут все есть, что она говорила. Я же его уже не вытру, не вставлю ничего. Ну кто бы вы ни были, вы идете в помещение. Я занимаюсь своей, я сейчас на службе. Нет, вы идете в помещение, вы домой приходите, вы же разуваетесь. А какое вам дело до моего дома? Может, вам, ну, еще, а так само... может вам еще ключ от сейфа дадите? Мне не нужен ваш ключ. Вы так само идете в отделение. Вам нужно в отделение. Я же вас только что спросил. Кто у вас уполномочен? У вас инструкция должностная есть? Что там прописано? Должностная инструкция? Там прописано. Столбик. Идет? Вы забыли. Пожалуйста, идет в отдел кадров, назовите этаж. Идет там все прием есть. Больных. Там все есть. Какой прием? Покажите мне больного. Я сейчас больной. Вот вы женщина ждет. Я вам мешаю? Там мы принимаем. Пожалуйста, идите. Я же вам не мешаю. Там пишут, так а они себе пишут. Они дописались, что скоро эта больница завалится. Гляньте, что тут робится. Ну, это точно. Ваш? Сейчас санитарки будут делать. Да. Бахилы продавать они будут. Так, ладно. Хотят быть фиалками. Дальше. Это 10-я больница, бывшая железнодорожная. Они там при входе, у меня есть записи, как они продавали бахилы. С тумбочки она вытаскивает и торгует. Эти бахилы им привозят, чтобы они раздавали всем тут. Бескоштовно. Я сам лично это видел в ящиках. Сейчас.